упражнение отведения с гантелями в наклоне на заднюю дельту. Исходное положение: наклон корпуса к низу, вперед. Мизинцы устремляются к потолку, кисть повернута на себя, локоть двигается четко на уровне задней дельты, рука в локтевом суставе слегка согнута и зафиксирована. Мы выполняем подъем до прямой линии локтя со спиной, стараемся не делать рывков, выполняем упражнение плавно, также стараемся не допускать нулевую нагрузку в нижнем положении рук, то есть доводим руки примерно до голени. Выполняем упражнение плавно, без рывков. При подъеме выдох, отпускаем вдох. Выдох, вдох. Достаточно.